Dark Souls. Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в игру. Я называю Dark Souls. Может, я правильно называю, может, нет. Итак, у нас произошло ЧП. То есть у меня произошло ЧП. С чем это связано? Дело в том, что надо было червяка убить. Такого охренительного. Но у меня почему-то произошел сбой и не записалось. Поэтому битвы с червем вы не увидите. Хотя это самый легкий главарь. Ну, на мой взгляд, потому что я его загасил на раз-два, потратив буквально один черепушку там. Ну, это навряд ли. По-моему, даже не потратил черепушки. Просто бегаешь от него, скачешь и стреляешь. Поэтому, говорю, там всего минут 30 видео хотя бы. Но, тем не менее, там, что лошадь добыл лошадь. Поэтому теперь у меня есть друг четвероногий. Кстати, тоже легко добыл. Не знаю, всего лишь одно это кто-то превращение нахреначил и коня, и его всех. Давай. Так, сейчас бот нам не подохнет. Идем мы. Еще надо одно сердце нам добыть. По крайней мере, нам сказали так. Мне сейчас некогда с собой. Опа! Завалил. Ладно. Некс. На. Подождите. Опа. Да. Блин. Стой, сначала тебе по рогам надаем. Тихо. На, еще разок тебе. Первый раз первый урок отрубили, второй раз кошку тебе снесло. На. Ну, тебе еще повезло. Так, у меня какая-то способность появляется. Ну, мне что-то дал, какое-то видение, я не знаю, невидение. С этого сердца, которое мы притащили. Так, сейчас. Вот это что такое? Призрачный скакун. А, вот, призрачный скакун. Да, могу вызвать его. Нет, он мне что-то дал, какое-то видение. Уровень 2, недуг. Вот, кстати, вот этой штукой против всадника. И сразу нахрен он наповал. Я, кстати, буду прокачивать его еще разок. Очень мощная штука. Что-то я не понял, а где у меня? Приблуда какая-то. А, побоище. Так, увеличивать накопленное. Так, хаоса при использовании пожирателя хаоса. Позволяет накапливать энергию хаоса, пользуясь любым оружием. Так, это у меня кто? Что за коса-то? Коса жнеца. Пожиратель хаоса. Ну-ка еще разок. Что надо увеличивать накопление энергии хаоса при использовании пожирателя хаоса? А сейчас у меня отстоит. А, наносим урон здоровья. Все. Привязать. Ладно.
Посмотрим, что это за оно. Там еще один. Да стойте. На. Подожди. На. Так, обломаем тебе рот. На. Да блин. Стой. Блин, близкий. Ты меня так загасишь. Вот его. На. Махнул тебе башку. Голову с плеч. Так-то ни хрена себе, блин. Покоцал он меня. На. Так, поднимаемся наверх. Честно скажу, я даже понятия не имею, куда мне тут идти. Такс. Ну ладно, пока идем. Ну пойдем. Ой. Ну что ж. Бам. А что, сразу убил? Ни хрена себе. Вот тебе и раз. Ну давай. Так. Здесь-то да, на воронах-то можно подраскачаться. Есть еще вороны? Давай, давай, давай. Да. Вау. Бам. Ты серьезно? Так, ладно. А куда мне надо идти-то? Где ты? Нужно перебраться через ущелье в пепельных землях. Железный свод и последний страж на другой стороне. Последний свод и железный страж на другой стороне. Так, ладно. Тогда, если мне в пепельные земли надо, то может я... Телепортируюсь лучше. Давай-ка меня перенеси.
Да нет. Вот она, 7,5. Так, а куда мне надо? Вот, пепельные земли. Ну да. Так, так, так. Я отхожу здесь. По-любому здесь всегда что-нибудь-то есть. Просто я пока не нашел это что-то. Почему-то и от чего-то. Но оно где-то есть. Я почему-то в этом уверен. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, пепельные земли. Чем скромный торговец может тебе помочь? Да подожди пока. Так. Здесь у нас червяк ползает, нет? Опа! Так вот мы на коне. Подождите, не спешите. Сейчас-то уж можно осмотреть, что здесь есть. Так, червяка я убил. Тихо ты. На, блин. Больше выпендриваться. Сюда. Забрали. Такс. Давай на лошадь. Смотрим, где еще что-то есть. Ну-ка вот эту машину, если я... А, он же... Хотя, может, и бросит ее. Не знаю, не знаю. Так. Подожди, подожди. Беги. Хочу кое-что посмотреть. Ну? Так вот. Так я бы здесь и вышел бы, да? Так, ладно.
Коня мне! Так, там мы были, видели, знаем. Что еще тут имеется у нас? Кому люлей навешать? Вот сюда надо зайти. Там я не был. Блин, тут, кстати, есть такое оружие стреляющее. Я говорю, этот уровень, он может быть, как сказать, по сражениям он легкий. Главаря гасить тоже легко. Вон, 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 смотрите, кто-то скачет. Это садники, мы, я с ними уже дрался как-то. Так. Ладно, еще придется помахаться с ними. Но сейчас я хочу посмотреть вот здесь вот. Что-то я могу сделать, исправить. Нет. Хотя мне вон туда надо. Нет, подожди. Такс. А подождите. Да я знаю, что надо через вас пробраться. Демоны замутили этот переход. Но перед тем, как туда идти, мне же надо еще подкачаться, что-то собрать. Вот здесь, допустим, я не был, надо посмотреть, что вот здесь вот. Так, куда мне? Так. Бомбы никакой нету. Подождите. Вперед. И здесь я, да, ничего не могу сделать. На. Вон оно, чё. На. Подождите, это что за... Так, что-то... Мне что-то надо еще, что ли, приобрести какое-то умение, знак, навык. Почему? Вот я даже слышу, там кто-то булькает. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто где? Пойдем. Поехали. Ну-ка пойдем, вон к всадникам сходим. Людей навешаем.
Так. Давай, давай, давай. Все. Да блин. А вы, кажется, тоже мощный, что ли? Вон оно как. Так. Тихо, тихо, тихо. Вот так же и змея гасить. Да стой ты. Так. Вот здесь-то тоже песок. Да, блин. Так, минутку. Так. Сколько вас? Давай, 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 давай. Ага, да сейчас. Два раза. Да. Блин, подбил. Тихо, 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 тихо. Так. Давай, 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 давай. Да. Один остался. Всех побил. Один остался. Блин, нахрена сюда-то? Ну, теперь есть куда надо. Ой. Давайте выбираться отсюда. Так. Да. Да. Да, блин. Так. Опа. Так, это я куда попал? Не помню, я был здесь, нет? Да, был, он остановлен, все.
Так. Мне это отсюда сваливать надо. Что это такое? Блин, вот упал и теперь. Вот вроде можно, да? Блин, там можно. Так, ладно. Как нам попасть обратно на то поле? Ага, по-другому никак. Еще надо выше. Подожди, а как мне еще выше? Как я отсюда выбирался? Как она тут там? Оп-оп-оп. Так, у меня такое чувство, что где-то тут. Так, с этой стороны, вот. Не могу. А еще выше как забраться? Вау, наконец-то на песок вышел. Давай. Да, там западня. Вон, кстати, он через штучку эту можно куда-то там всю наверх. И там, наверное, сундучок есть. Либо медалька. Ну, я думаю, сундук, наверное. Так что хваталку какую-то. Подождите, не спешите. Так, не помню, что-то я здесь был, может и был. Да, я здесь был. Вот так вот, блин, сейчас как только вот здесь вот бам-бам-бам стрелять можно из таких штук прикольных. Ну ладно, раз там мне не надо туда. И такой вопрос. А, я отсюда, да, поднялся. Что тут есть? Не зря я. И-на. Это что у меня, осколок ярости или что? На.
там, да? Ускакал. Вот тут тоже не был. Потому что червя убило сразу же, пошел сердце же отдавать. Ищем, ищем, что здесь есть. Подожди, я перенаправлю коня. И еще разок. Вот и все. Куда это я скачу? Что там есть? Ага. Подождите. И... Да, ты думаешь, я про тебя забыл? Да нет. Как ты мог так подумать обо мне плохо? Обрушенный мост. А, стадион, где этого победил всадника. Так, и что, тут никого нету? Подожди. Так. Сюда, сюда, сюда. Так, ну я вроде по сюда проходил. Блин. Да. Так. Подожди, подожди. А мне надо сколько? 7,5 душ. Давай посмотрим тогда, вот что здесь у тебя. Давай. Закрыто, ладно, я как понимаю, потом откроется когда-то. Закрыто. То все закрыто. Хорошо, ладно. Ну, душу, по крайней мере, собираем. Пишем.
пишем. Аккуратненько пишем. И красивенько пишем. Ну давай, лошадка. Не подведи меня. Что тут еще есть? Так, сюда залез. Ага. Сундук. Так. Ползем дальше. Даже не помню, я здесь был. Не помню. А, вот они, оружие. Да, был я здесь. Вот они-то прикольные. Стреляют. И взрывает мозг. Бум. Насобирал. Так. Маловато будет? Что, все? Да, порвало его. Вот так. С этим вот оружием я ходил. Ладно. Пойдем отсюда. Так. Заработали очки. А что ты спрыгнул-то? Так, это я не помню. Вот для чего эта пещера? Может, здесь что-то было? Так, идем. Осматривая. Так, теперь мне надо... Да чё ты, блин, лошадка? Надо этот найти. Я где-то там видел воздушную эту хрень.
Думаю, может там значок висит. Ну не зря сходили, душ мы собирали. Как раз. Подожди. Пожиратель хаоса стал сильнее. Ва! Это хороший нож. Двое стало. Все. А нет. Вот теперь все. Пожиратель хаоса. Третье. Ну-ка, вот, подожди. А здесь что? Ну, здесь только начинается третье. Перчатку я не качаю. Ты в рукопашке, что ли, буду биться, когда у меня такой мечуган есть? Давай. Вот она. Сюда. Давай. Мне штуку надо, да? Хваталку опять. Ладно. Ну. Опа, опа. Надеюсь, ты мощная какая-то штука. Нет, не мощная. Есть один. Подожди. А ни хрена он меня легнул. На лошади ты есть. Почему ты с лошади слез? Не понимаю. Вот так, быстрее. Так. Кого-то подрезал. Есть, а точно сбил одного. Да. Вот так, все. Победил. И мечуган мой практически не прокачался. Какая досада. Ладно.
Здесь у нас ничего нету. Тут ничего нету. Давай. Не-не-не-не, не так. Вот так. Не хватает, блин. А бегать надо. А много бежать-то? А, нет. Так. Собрать мы собрали. Меч прокачали. Собрали души. На эту штуку, блин, она колоссальная. Вот с ней-то, кстати, босса валить, который на лошади. На раз-два только. Да мне кажется, любого босса с этой штукой завалить можно. Так, у меня там еще 4 чеки какие-то свободные. Что туда помещается? Я не знаю, что-то должно быть еще. Какая-то прокачка оружия, что ли, я... И... Опа! Нифига, это он что так? Сам, надеюсь, проскакал. Так, мне с пауком надо будет драться, он паутина везде. Да и она там вроде кукол показывала. Заплетенных. Так. Куколки сбивать, что ли, вот тут пока и куколками драться. Или как это должно выглядеть. Я, блин, чем ближе к тебе, тем сильнее я очкую что-то. Не проскочить бы что-нибудь. Коридор длинный. Не хотелось бы, чтобы что-то пропустил. Начинается. Что не так? Ну вот пауки. Железный свод. А, меня поймали. Или я сделал так, чтобы меня поймали. Ну давай. Так, меня куда-то привели. Вау, души. А как? Это вообще нечестно, это жульство. Ну мне же ничего не прибавилось. Ну-ка еще разок, блин. А, у меня еще вот это одну только нашел. Еще тут где-то главное или что, или не должен быть. Ладно, давайте посмотрим, что мы имеем. Сюда, сюда. Вот. На. Нормально. Лучше, чем ничего. Такс. Опа! Жизнь! Ага! Подожди! Не спеши! Я даже не знаю, у тебя тут есть, нету такая штука, нет?
Мало ли, вдруг я где-то что-то пропустил, упустил. Чтобы заходить туда. Или у меня выбора нету. Так. Ну отсюда я точно вот через эти штуки должен проходить или не должен? Через красный. Не знаю. Я думаю, как эта штука должна быть. Опять же ты нужен? Зачем? Сюда! Похоже, ты ничего не сможешь поделать с высшей тьмой и ужасом, и потому пока лучше ее избегать. Так, а куда это мне надо? А, ничего не смогу поделать. На. На. Подожди. На. Так, понятненько. Лучше ее избегать. Вот она зачем нужна. Хватает. Еще и на карте так как паук показан, такой гигантский. Так, ладно, мы пока тебя... оставим. Тут у нас ничего нет, ничего. Да. Нифига. Блин. А, вот так вот. Просто иначе тогда все. Если бы я знал, подсоберем. Так. И прыг. Так, а куда мне? Подожди, я отсюда выпал. Здесь больше ничего и нету так-то. Мне какую-то способность дали. Я так не понял ни хрена. Что за способность? Кого я должен видеть? Или что делать? Так, ладно. Понятненько. Да.
Да какая, блин, перчатка. Вот так, косой его. Все, идем. Куда против меча-то? Так, ну это тоже огоньки какие-то. Мостики в паутине. Как заманчиво. Опа. Якобы отрезан по, да, назад. А вот и нифига. Я с этим не согласен. С какого расстояния? Вау! А я нашел скрытый этот... Вот тебе и бой! Да! Опа! Ты знаешь, что у меня коса стала сильнее? Вот так вот скрытый нашел. Так, если мы пролезем сюда... Глуч еще надо про глаз ему проткнуть. Что за... Опа, какая-то способность у меня должна быть. Так. Нету больше таких сюрпризов. А нет, смотрите, сюрприз еще один. Два сундука в одном месте. Вот тебе и раз. Ладно, но если это даже не выба... Не это... Да. Да. Так, здесь у нас что есть? Ничего, ну зато вот оно. Кто-то есть. Тоже ничего за стеной. Блин, я бы знал бы, я бы там бы еще тоже бы рушил бы все подряд бы нахрен. Сейчас как знать? Есть там что? Нету там чего? Давай. Ой. Жизни. Давай сюда. Да. Вот так. Там наверху какая-то штука есть. А, так ползите сюда. Я там вас жду, мне жизни надо накапливать. Давай. Толпами давайте сюда. Остальные-то что, не дошли, что ли? На.
как, аккуратненько надо спускаться или как? Или можно неаккуратненько? Сейчас, минутку, подождите, я позову этих ребят. Давайте, бегом ко мне. Ну давай, давай. На! На! Вот так. А? Почти целенький. Где ты? Давай побыстрее. Так, эта штука как-то должна роняться или что? Давайте посмотрим ее внимательно. Так. На. Ага. Интересно. Бил. Как я вас-то упустил. Нет, не туда целишься. Сейчас они придут. Идите сюда. На. Вот так. Вы мою жизнь. Только бы не упасть на этих балках до перекладина. Опа. Забрал. Око. Подожди, мне что-то. Да. А что мне, зачем здесь она нужна-то? Чтобы я что, чтобы я мог сделать что? Не понимаю. Давай. Давай, давай, давай. Ты сюда. На. Давай следующее. Опа. Или что, или мне с тобой надо было ехать? Так, вниз-то мне точно падать не стоит. Я в этом уверен. И как мне подняться? Блин. Реально, как подниматься-то? Я могу пойти? Вот так подняться. Чего? Так, я тут как? Куда я должен подниматься дальше? Чтобы мне туда попасть, а вот, вот. Блин, упал. Так, куда мне тут бежать-то? Так.
Ну что ты мне это подскажешь, ну? Да! Да, да. Да вообще не так. Еще выше надо. Блин, блински. Так. Там сундук был. Что-то взял карту. Ну-ка, я могу за нее зацепиться? Нет, не могу. Ладно. Так, а на тут-то как попасть? Как мне туда попасть? А вот так и попасть. Да. Опа, вот так вот и попасть. Взял. Чё взял? Блин, всё, теперь назад. Где у нас выход-то? Я думал, мне здесь что-то надо будет делать. Уж надеялся на какую-то фишку, дымку, я не знаю там. На. Что у меня тут есть? Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, опа. Еще разок. Откусили. Глаз. Порвали. Ясненько, понятненько. Так. Ага. Подожди. На! Сейчас мы вас всех. Во! Жизни поймали. Ну что ж, думаю. Подождите, нет. Давайте-ка еще. На! Благородно, чтобы с твоей стороны жизнями меня пополнять. Опа! Ну так-то да. Хорошо собрал. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Жаль, конечно, что вы не видели, как и червяка бью, но это действительно самый легкий главарь. Поэтому
Там даже смотреть нечего. С катюшки вот так стреляешь. Только сначала надо подбежать и с мордой мечом сбить. Какой-то намордник.